Знамя Победы над Рейхстагом 78 лет назад, 1 мая 1945 года, водрузили Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест. Кантарии тогда было только 24 года, Егорову – 22, а Бересту – 24. Эти молодые бойцы служили в 150-й стрелковой дивизии. Рейхстаг – здание парламента. Обороняли вооруженные до зубов части СС. 30 апреля знамя было закреплено у входа. Но в этот же день Кантария и Егоров получили новое задание – установить Знамя Победы на крыше Рейхстага. Под пулеметным огнем в здании, напичканном эсэсовцами, Кантария и Егоров выбрались на крышу и закрепили флаг.